И всем привет, дорогие друзья, с вами Рамдаэл, и сегодня я вам дам 10 фишек, как сделать игру легче. Эти фишки помогут как новичкам, так и прошаренным игрокам в ГКО. Поехали! Я вас очень прошу, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Но сразу же хотел сказать то, что профи и кто давно уже играет в ГКО, вероятнее всего, уже знают почти все лайфхаки. Но все равно мне будет очень приятно, если вы посмотрите это видео. Спасибо. И сейчас я вам расскажу о разных плюшках, которые нам добавили разработчики в игру. Ну и начнем мы с самого классного. Это вертолет. До вертолета можно долететь на вертолете или приплыть. Надо приплыть вот на этот остров, и тут должен стоять этот вертолет. Если его не оказалось, то просто перезайдите на другой сервер, и он появится на этом месте. Также вот тут есть классный хаммер, который очень крепкий, и на нем можно проходить ограбление банкоматов. И на секундочку, такой стоит целых 5 миллионов, а разрабы подогнали нам его абсолютно бесплатно. Находится он на свалке. Мне попался вот самый обычный серый. Вам может попасться абсолютно любого цвета. Ну и на этом транспорт у нас заканчивается. И начинается бесплатное оружие. И если мы прилетим вот сюда, то тут мы найдем настоящий миниган, который на секундочку в магазине стоит несколько миллионов долларов. У него сразу будет некоторый боезапас. Но если вас убьют с ним, то он с вас выпадет. Помните это. И неподалеку от самого пентхауса находится вот этот шар. И внутри находится золотой дигл. На секундочку, это одно из самых сильных оружий в игре. А если мы подлетим чуть наверх и залетим на сам шар, то тут мы встретим настоящий золотой калаш, в котором целых 40 пуль. И он тоже занимает не последнее место по урону. Дальше мы должны прилететь вот сюда и приземлиться на вертолете на эту площадочку. И тут нас будет ожидать один из самых лучших дробовиков. Почему он самый лучший? Да потому что он очень быстро стреляет. И у него один из самых больших уронов из дробовиков. И если мы поднимемся чуть выше, то тут нас будет ждать летающая тарелка, на которых будут сахарные палочки. И самый главный прикол их, то что если ударить им игрока, то он отлетит и не сможет двигаться. Примерно 2-3 секунды. Это одно из самых лучших оружий ближнего боя, по моему мнению. Если ты новичок, то тебе точно нужно XP. И вот какой я могу дать совет. Прилетайте вот сюда и садитесь на спрутеля. И тут будет бесплатная экспишка. Дается 750 экспи. Если я не ошибаюсь, она спавнится каждую минуту. Ну и, наверное, на этом я хотел закончить свой видеоролик. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Рамдаэл, встретимся в следующем видео. Всем пока!